Уважаемые подписчики и гости канала, сегодня видео о том, как узнать, несется курочка ваша или нет. Если у вас есть подозрение на то, что она не несется, делайте так, как я. Это самый легкий способ. Многие говорят, что по внешним признакам можно узнать. Вот, например, там по гребешку, если красный гребень, тогда, скорее всего, курочка несется, там, если она активная, и т.д. и т.п. Но самый-самый проверенный способ для меня, так лично точно, я убедился в этом, вот этот. Вот такое вот помещение называется карцер, испытательный срок. Я отсаживаю сюда курочку, прежде чем отсадить, я ее ловлю, естественно. Там под клакой есть у нее ланные кости такие. Просто туда вставляются пальцы. Если эти кости раздвинуты и помещается 3 пальца, то, естественно, курочка несется, никаких проблем. Но если туда не помещается даже 2 пальца, то по тем или иным причинам курица не несется. Вот сегодня вот эта особь у нас на проверке. Вчера была украинская ушанка, это курочка. Вчера была еще одна, проверку прошла, снеслась в тот же день, вопросов нету. Так вот, у нее есть месяц, полтора месяца даже, чтобы снести яйцо. Если на протяжении полтора месяца она несет яйцо, то я считаю, что такая курица, в принципе, не рентабельно, и смысла ее содержать дальше, кормить не имеет смысла, если на протяжении полтора месяца она не снесла яйцо. Потому что у всех курей у меня условия одинаковые, корм одинаковый, тогда зачем держать? Значит, какие-то там у нее болезни, что-то с ней не то. Ну, вот, в принципе, все. У меня здесь живет пара араукашек. Как известно, арауканы несут голубые яйца, так что не перепутаешь, если араукашка там снесет яйцо. И вот такая юрловская. Кстати, уже где-то месяц она у меня здесь, вот большая такая огромная курица, не сидит. Юрловские куры несут крупные яйца. Крупное белое яйцо. Вот это, скорее всего, шанса у нее нету. И еще пару недель есть. И под нож. Я вообще, честно сказать, не видел вообще ни разу ее в гнезде. То ли она зажирела, но я ее содержал отдельно на диете. Прощупывал, вроде бы она не жирная такая, чтобы и не тяжелая. Просто у нее что-то не то. Ну вот, вот такой вот секретик. Самый правильный и гуманный, я бы так сказал. Ну вот, вот эта особь у нас под вопросом, посмотрим. У нее есть полтора месяца. Вот такое вот видео. Все, до новых встреч. Спасибо, до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.